Давать какие-либо прогнозы – дело неблагодарное, и это вы не по адресу обратились, это какому-нибудь Павлу Глобе, как минимум, он вам да, что-нибудь такое посмотрел бы и сказал бы. Часть его прогнозов иногда сбывалась. А что касается моей точки зрения, то я большой позитивщик и позитивчик в любых вопросах, и надеюсь, что даже уверен, что все будет хорошо и в России, и с Россией, и с нами, и вообще со всем миром, и что всех скоро ждет счастья, мира и благополучия.